Пс. Хочешь крутую футболку для себя, друга или девушки? Тогда не трать время, заходи скорее в мой магазин одежды, покупай самые крутые футболки и радуйся. Ссылочка в описании. Привет, ребят, с вами Механик. Сегодня у нас Forza Horizon 3, и я сегодня тюнингую Lamborghini Aventador. Купил ее на аукционе, собранную за 200 тысяч, но, к сожалению, тюнинг слетел, когда я начал ее раскрашивать. Ну, такое бывает, знаете. Ладно, это не проблема, потому что я сейчас все поставлю, так как здесь все куплено. Так, ставим мы это, ставим кулек, естественно. Отлично. Это отлично. Ставим тормоза и подвеску, все, короче, все как надо здесь устанавливаем. Соответственно, после этого поедем, прокатимся, посмотрим, как она едет. Я ее купил, потому что она была класса X, и у нее было, так, в собственности, у нее был вот этот показатель 999. Ну, прикиньте, да, насколько это круто. Для меня это как бы сразу таким было прям. Я увидел, когда это, я понял, нифига себе, вот это точило. Вот это крутяк. И хочется сразу обратиться к тем, кто захочет в комментариях написать, что типа у меня нет вкуса, я сделал какую-то колхозную ламбу. Ребят, вы можете пойти в задницу, потому что это моя Forza Horizon, это моя тачка, это мой канал, это мое видео. Я делаю так, как я считаю нужным, я делаю так, как нравится исключительно мне. Я не могу подстраиваться под всех, потому что у каждого свое мнение, у каждого свое видение, у каждого свой вкус. Да и неправильно это будет, если я буду подстраиваться под чье-то мнение, потому что я делаю так, как нравится мне, и от этого я получаю удовольствие. Если вам не нравится какой-то мой тюнинг или что-то такое, как я делаю машины здесь, как я их собираю, как я на них езжу, просто не смотрите это видео, и вот и все. Ну и не смотрите вообще, там можете отписаться даже. Хотя, если вам нравится писать гадости и вы просто хотите выплеснуть свои какие-то эмоции, можете смело это делать, просто делайте приписку типа: «Механик, ты красавчик, но твой тюнинг говно полное, и ты вообще ублюдок, и я твою мамку». Ну, как вы любите, да? Машина бешеная, что хочется сказать, просто бешеная, сумасшедшая. Сумасшедшая, вообще сумасшедшая, просто сумасшедшая. Ненормальная, таких машин быть не должно. Она слишком кончена. Это ужас какой-то. Она едет, вы посмотрите, как она едет. Да тут любой уже легко будет. Что это, Mercedes C63 S-купе? Кто ты? Давай, до свидания. Любого разрывает вообще в клочки просто. Слушайте, вы видите скорость, ребят? Вы видите скорость? Ёп! 400 километров в час! 400 километров в час! Это вообще законно? Вы видели когда-нибудь здесь машины, которые едут 400 километров в час? Это мой первый раз. Поэтому я, наверное, так реагирую. Черт. Черт, черт. 400! 400 километров в час! Охренеть просто. Да что же это вообще за машина такая? Как это вообще, это возможно или нет? 400 километров... Блин, нам бы ее замерить по-хорошему. У нее разгон до сотки просто бомбезный какой-то. Давайте замерим ее где-то. Так, вот тут что-то типа... Ё-моё. Офигеть. Улетел с дороги на Ламборгини. Поплыл по воде. Давайте замерим у нее разгон до сотки, потому что он реально здесь будет суперабл. Просто суперабл. Так, чуточку сейчас здесь вперед. Хотя уже сотка. Можно было не делать этого всего. Так, давайте просто на счет 3 я стартану. Раз, два, три. 100. Когда я сказал 100, было уже 110. Он от 100 до 110 настолько быстро перескакивает, что вообще нереально тут успеть. Ну вы видели, да, насколько быстро? Напишите в комментариях, если вы засекли время, какое... Сколько здесь? 400 не максималка, ребят. Не максималка. Ну уже, давай, 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 давай. Блин.
Ну она просто сумасшедшая, ребята. Вы смотрите, что вытворяет. Ну что вытворяет? 400 вообще просто в лед набирает. Очень быстрая машина. Даже, наверное, слишком быстрая. Офигеть, да на ней даже остановиться нереально. Так, погнали с кем-нибудь еще. Затягаемся. Здесь очень круто будет смотреть на красные тормозные диски. Так, вот прямичок, надо какой-то прямичок, чтобы оттормозиться, смотрите. О, а передние-то, посмотрите, насколько передние вообще прям блокируются. А, я знаю, почему они блокируются, АБС-то никакого нет, потому что... АБС я отключил для того, чтобы получать больше опыта и денег с гонок. И вот оно, пожалуйста. Так, по-моему, Dodge Viper. Что это? Не знаю, что это, но похоже на... блин, ребят, я не знаю, что это за машина. Напишите, если вы знаете, что это за машина, потому что это какой-то сумасшедший просто спорткар. Но не настолько сумасшедший, как у меня. Блин, да ну нахрен, в повороте 300. 300 в повороте, максималка 400 с лишним. 410, 412 у нее, мне кажется, вот это вот ее примерно предел. Вы видели, да, что он уперся в отсечку на 412 примерно. Вот это жесть. Вот это я понял, вот это машина. А то я все гелики, велики. Какие гелики в топку? Вот оно. Вот оно. Вот эта тачка, и все, и в лес просто, и ушел. Да, на такой машине сразу ты, если только в лес, все, давай, до свидания. Остается надеяться, что у тебя есть гроб хороший. Ребят, ну машина сумасшедшая, надо понимать это. Просто сумасшедшая. Ненормальная. Но в этом ее и прикол. Она настолько крутая, что даже ненормально. Давайте салончик еще посмотрим. Ну, салончик такой достаточно простенький. Ну как простенький, блин, это Lamborghini. Как здесь может быть что-то простенькое? Это спорткар, который стоит сумасшедших денег. Плюс он еще на тюнинге, полностью заряженный. Ну, офигенная тачка. Просто офигенная тачка. Давайте не буду затягивать это видео. Я надеюсь, вам понравилось оно. Если хотите, то я выпущу отдельное видео, либо просто там с покупкой и тюнингом, либо наоборот, просто с покатушками, без всяких предысторий, без тюнинга и без прочего. Пишите в комментариях, какой формат вам больше по душе. А на этом все, с вами был Механик, и всем пока.